В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» проходят всероссийские соревнования по баскетболу среди девочек и мальчиков 2011-2012 годов рождения. На соревнования съехались команды из разных уголков нашей республики. Этот турнир мы традиционно начали проводить, назвали именем Салавата Юлаева. Проходит второй раз. Приехали команды из города Оренбурга, три команды, город Стерлитамак и, конечно, две команды города Салават. Несмотря на юный возраст, ребята отлично ведут игру, показывают хорошие результаты. Для юных участников такие соревнования помогают делать первые шаги в большой спорт, отмечают специалисты. Такие соревнования дают ребятам игровой опыт. Тренировки тренировками, но без опыта невозможно чего-то добиться в спорте, поэтому мы получаем здесь игровой опыт, и нам это нравится. Финал игр состоится 25 сентября. Тогда и определится команда-победитель.